Доброе утро. По тротуару ездить-то нельзя. Вы, если понимаете, вернитесь на дорогу, пожалуйста. Вот сейчас вот вернусь. На дорогу вернитесь, пожалуйста. Так вот, выезд на дорогу. Зачем вы заезжали сюда? Вернитесь, пожалуйста. Вперед вы не проедете. Вперед вы не проедете. Быстрее будет вернуться. Ребят, давайте не будем, пожалуйста. Давайте не будем. Давайте не будем ездить по тротуару. Согласна. Если согласны, вернитесь, пожалуйста, на дорогу. Я что-то разворачиваться буду на тротуаре. Задним ходом аккуратненько. Не могу. Не я помогу. Вы смотрите StopHub SPB. Вот она! Доброе утро. Здравствуйте. Что вы здесь делаете на тротуаре? Заблудился? Да. Дорога, вот, подсказываю. А вы кто такие? Пешеходы. Пешеходы? А вы кто? Я водитель. Очень приятно. Вернитесь, пожалуйста, на дорогу, водитель. Так это, ну, вы активисты, получаете? Мы пешеходы. Ну, и пешеходы идут. Ну, вот он стоит на тротуаре. Ну, он может отойти? Нет. А что там? Ну, не хочет он. А вы можете уехать? А вы можете назад сдать и вернуться на дорогу. Из всего района вот новостройки построили три дороги всего у нас здесь. Вот Казакова, Захарова и Петербургское шоссе. Как людям выезжать? По дорогам. По дорогам. Дорог нету. Вот. Все, давай. Вроде есть дорога. Доброе утро. Что делаешь? А вы что делаете? Милицию вызвать, что ли? Вызывайте. Во-первых, я стою не на газоне. Вы как здесь оказались-то у вас? Да. Вы как здесь оказались? Во-первых, я не на газоне стою. По дороге-то не проехать, что ли? Тихо. Вынимай ключи у него, иначе он скроется с места ДТП. Он закрылся. Наклейку заклеим ему еще лобовой. Еще, еще. Где наклейки? Сейчас, стой. Давайте быстрее. На тротуаре вы сели. Какая разница? Иди наклеивай. Сейчас на капоте двое. С другой стороны, вот сюда надо клеить. Вот сюда, да, да. О, Володь, привет! Присоединяйся! На-на-на-на! Ты меня не пугай, родной! Мужчина, остановитесь! Где еще заклеить? Води. Ну вот здесь можно заклеить. Сейчас, подожди, когда тормознет чуть-чуть. Ваня, держись. Все, больше не клеим. Наклеить так мало. Вон он вышел. Опа. Ну и что? До свидания. До свидания. Сейчас ждем ДПС. Ждем ДПС. Все, мы выложим интернет. Мы вас тоже выложим. До свидания. Спойлер это. Да нет. Я вас уважаю, парни. Всех уважаю, вы молодцы, потому что я вас очень часто смотрю. Спасибо большое. Здравствуйте, по тротуару двигаетесь? По какому тротуару? Вот по этому тротуару, по которому люди ходят, да? Да. Кто вам сказал, что это тротуар? Сотрудники ДПС, ГИБДД. А где?
В смысле, где? Но если надо, вы вызовите их, они приедут. И скажут вам, что это тротуар, не знаю. А сейчас вам лучше сдать назад, и все. Ну, чтобы ехать по дороге. И... пешеход. Мы стоим. Вы тоже можете стоять. Но лучше вам ехать назад, потому что вперед вы не проедете. Точно. Да. Да. Вы в кивки будете играть? Играйте. Нет, стоим на тротуаре. Чем вы занимаетесь, я не знаю. Где документы, что это тротуар? У тротуара есть документы? Спросите у него, я не знаю. Я тоже не знаю. Позовите человека, который скажет, что это тротуар. Вызовите его. Зачем я буду? 112, позвоните, он приедет, вам скажет. Ну это же вам надо, вы просите человека вам позвать. Вот, сами позовите. Вы отошли? Что? Вы отошли? Я вам никак не мешаю. Вы это можете сказать ему, но я не думаю, что он отойдет. Я же вам сказал, отъедьте. Вы не отъезжаете, он тоже не отойдет. Я могу объехать? Нет. Ну, потому что не сможете. Хорошо. Посмотрим. Дим. Ты хочешь броситься под колеса, да? Нет, он стоит на тротуаре, а вы пытаетесь его задавить. Так непонятно зачем. Мне интересно, то есть не хочет броситься под колеса? Ну, я не знаю, что вы хотите сделать. Вы хотите задавить человека? Нет. А зачем вы его давите? Вообще-то он подошел сюда. В смысле подошел? Он вот стоит, а вы пытаетесь газовать. Зачем вы газуете на человека? Стой. Не, не клей. А теперь клей. Вам надо жилетки одевать, чтобы вас люди видели, чтобы сразу боялись.